Наш профессиональный праздник. В первую очередь, это день моего друга. Как известно, 1 апреля – это день дурака. Я его хочу посвятить своему другу Никите. Этот день полностью описывает его. Если не веселиться, ну, мир будет скучен. Что еще добавить? Со смехом всегда нужно иметь под боком того, кто умеет тебя развеселить, иначе можно со скуки повеситься. Ну, особенно вот таких вот двоих уникалов. Мимо нарицательное, понятно. Что он дает людям? Человек, который кривляется, что дает людям. Ну, в общем-то, чувствовать себя в любой обстановке совершенно свободно. Все равно свободно. Человек радуется и весит. Ну, в первую очередь, даже праздник души. Но если даже рад душой, даже есть улыбка, есть внимание, смех, если это уже начинается там позитив какой-то. Этот праздник позитив всего. Почему? Есть разные клоны. Есть, знаете, как душа компании даже. Туда видно клон, но всем нравится, весело. Почему? Это как бы проявление радости. Когда человек очень рад, по-любому будет смеяться. На самом деле это очень сложная профессия, потому что если кто-то думает, что это такая просто вышел подурачился, то нет. Потому что, чтобы захватить внимание аудитории, чтобы привлечь себе внимание, чтобы это было не пошло, а весело, например, на это надо очень много усилий, этому надо учиться, тренироваться, учиться не в школе какой-то. Конечно, есть у людей дар, но для этого надо еще и очень много практики. Наверное, сначала на друзьях родных, а потом уже разводить на публику. Скажите, пожалуйста, а если человек в жизни клоун? Конечно. Что тогда можно обратить это в позитивное и прибыльное занятие и выносить это на всеобщее обозрение, еще и этим денег зарабатывать. Смех, ну это продолжение жизни, это повышение всего, уровня человека. Смех это всегда легче разносится по миру, чем, наверное, такая грусть. Его легко улыбнулся, и уже человек заразился. Это такая вещь, что ее ни на что не применяешь. Уметь дарить радость – это большая, как хочу сейчас правильно сказать, это качество человека такое, редкое. Хочешь побольше людей улыбаться. Если посмотреть там какую-то страну, больше хмурых людей, да, мы постараемся юмор распространить. Будем стараться. А скажите, вот как вот люди относятся к клоунам, что вот для них в жизни они значат? Ну, все по-разному. У кого-то бывают фобии, они их боятся. У кого-то, ну, даже я вызываю, кто-то смотрит с презрением, кто-то улыбается, кто-то фоткает меня. То есть все по-разному. Скажи, кстати, вот что вот оно дает в жизни? Ну, вот, даже не просто так существует такое понятие клоун, да? Что оно дает вообще? Ну, дело в том, что я считаю, что если бы их не было, вот, профессия, в общем, это очень нужна. Ну, они должны владеть юмор, который у нас в Одессе. Как вы считаете, вы знаете, вообще в жизни тоже применяют это слово? Как вот оно тут влияет? Как оно влияет? Это диагноз. Что оно дает? Диагноз. Клоун – человек, который доставляет человеку радость. Если клоун в жизни, это хуже. Потому что к жизни нужно относиться серьезно и только иногда с юмором.